Давай я просто покажу, какой у нас бадабумчик настоящий. Давай, попробуй. Ты это делаешь все ради денег, ты не любишь подписчиков. Ради денег все делаю, да, конечно. Я делаю ради того, чтобы спасти... Оправдывайся. Ради того, чтобы спасти людей от кринжа. Ага, вот что я делаю. А твоего удали канал. Удали песню, кстати, между прочим. Слушаем слив бадабума, слив бадабума. Слушай, ты, розовый колпак. Ладно, Дензивыч, не обижайся на меня. На самом деле, «Ладушка» — это хорошая песня. Иногда я даже слушаю ее в наушниках. Ты же понимаешь, что все это ради накрутки подписчиков. Я просто очень хочу много денег, ведь я очень, если честно, бедный. Все, Дензивыч, давай, встретимся 30-го. Люблю тебя. Люблю тебя, сказал бадабумчик, тугодумчик, лысый лобус. По-твоему, ты хочешь сказать, что это мой голос? Подожди, не перебивай, не перебивай. Зачем ты вот перебиваешь сейчас меня? Зачем ты меня перебиваешь? Потому что ты оскорбляешься. Я не оскорбляю. Слушай внимательно сейчас. Угу. Это не, во-первых, это не мой голос. Я тебя слушаю. Это опять же какой-то скам. Ты, слушай, ты первый раз, реально, слушай факты. Ладушки, первый раз ладушки, ты обещал. У бабушки, мы в ТикТоке зайки. Слушай, я не могу с ним общаться. Во-первых. Ты говоришь то, что я что-то сплагиатил там, что-то сделал. Так бадабум трек Мияги, это не твой трек. Вот тебе и факты, бадабумчик. Да, так мы заговорили. А ты в курсе, что ты трек «Ладушки» полностью сплагиатил? Это старый трек, который я слышал еще, может, в детстве, когда мне лет 6 было. И да и сейчас слушаешь. Когда я включал на стриме, все говорили, это плагиат, конкретный плагиат. Потому что да, там ты слово в слово просто слезал абсолютно. Да. И подожди, как тебя зовут? Дим Дырыч или Дим Димыч? Подожди. Дим Димыч. Дим Димыч, откуда ты это взял? С мультфильма «Фиксики», тоже так плагиат. Так я же из «Фиксиков». Ты меня не узнал? Ты из детдома, вот откуда, ты из Дурки. Оттуда ты. Слушай, реально, я тебе хочу сказать огромное спасибо, потому что раньше я жил напротив психушки, теперь я живу напротив своего дома, реально. Я просто поехал в психушке. В психушке живешь ты сейчас? Да, да. После твоих треков, конечно, после наших совместных эфиров, у меня просто кукуха поехала уже. Да, она у тебя уже давно поехала. Ребят, давайте остынем. Она уже давно поехала, бадабумчик. Давайте я вам сейчас задам вопрос, ну а дальше вы пообщаетесь между собой. Давай. Так все-таки, что же лучше, бадабум или «Ладушки»? Что, давай я сразу. Ты еще задаешься вопросом? Конечно, «Ладушки», «Ладушки» легенда, и все это знают. «Ладушки» все знают на планете. Это межгалактическая песня. Ее слушают дети в детском саду, в детском доме. В школе, там, я не знаю, в лагерях, взрослые, дедушки и даже бабушки. Факты налицо, это межгалактическая песня «Ладушки, ладушки» Дим Димыча. Так что ответ очевиден. Вот, возьми «Ладушки». Да. Вот, держи, да. Ответ... Убери вообще их отсюда. Да. Ответ очевиден, ответ очевиден. Если вы хотите реально продрестаться, слушайте «Ладушки», реально. Что топ совет номер один от поноса. Никакой слабительный бадабум вам не поможет, как песня это бадабум «Ладушки». Поможет. Хотя, знаешь, «Бадабум» хорошая песня, но это песня Мияги, не твоя. Бадабуму вопросов нет. А к тебе, что ты как раз-таки сплагиатил, уже много вопросов. Я ничего не плагиатил, во-первых. Во-вторых, плагиат-плагиатыч это ты. В-третьих, я скоро выпущу свой трек, который просто в щи разнесет. Понимаешь, я человек не музыкальный. Ты занимаешься музыкой, там что-то пытаешься делать. Но я уверен, я не музыкальный человек, я выпущу трек и просто в пух и прах разнесу твой трек «Ладушки». Подойди сюда, мой маленький, подойди. Бадабумчик, когда у тебя будет 2 миллиона подписчиков на Ютубе и 10 миллионов прослушиваний на моей песне «Кубики-рубики», 2 миллиона на «Ладушки», тогда и поговорим. Пока что у тебя как раз-таки и есть этот плагиат-плагиатыч, песня «Бадабум».